Канада передаст Украине многоцелевые беспилотники Skyranger R-70. На самом деле такое оборудование является позитивно полезным. Эта передача беспилотников входит в рамки нового пакета военной помощи. Это достаточно большой пакет оборудования. Что же это за беспилотники и чем они лучше других? Сегодня все расскажем. Канада передаст Украине более 800 многоцелевых беспилотных летательных комплексов Skyranger R-70. Они входят в новый пакет помощи стоимостью 500 миллионов долларов. Это достаточно большой пакет оборудования, которое однозначно является заметным по сравнению со всеми теми траншами дронов, которые мы получали до этого. Министр национальной обороны Канады Билл Блэр рассказал, что стоимость этих комплексов составляет 95 миллионов долларов, и они помогут украинцам бороться против российской армии. Эти беспилотники стоимостью более 95 миллионов долларов помогут Украине в ее мужественной борьбе, чтобы оградить себя от незаконного и неоправданного вторжения России. Дроны Skyranger R-70 оснащены автоматизированными и автономными навигационными системами для обнаружения и идентификации целей. А дроны Skyranger — это в первую очередь дроны разведки, которые оборудованы достаточно мощными камерами с усиленной оптикой, и там точно так же есть системы и модификации с тепловизорным оборудованием. Это оборудование, которое позволит проводить разведку, получать данные с воздуха, защищать объекты критической инфраструктуры от работы всевозможных рисковых инициатив и так далее. Они помогут военным распознавать людей, транспортные средства и любые источники тепла на большом расстоянии, особенно в темноте и при плохой погоде. По линии фронта эти дроны точно так же могут быть использованы, но перед этим они должны пройти тестирование по противодействию РЭБ, которое использует как российская сторона, как сторона террористов, так и украинцы. Многороторный беспилотник Skyranger R-70 является одним из лучших в своем роде в мире и может нести разнообразную полезную нагрузку весом до 3,5 кг, включая боеприпасы. С точки зрения использования этого оборудования, оно достаточно тяжелое, что позволяет ему помимо классической стандартной камеры получить модификацию для выполнения определенных корректирующих действий, там, перевоза грузов и выполнения сбросов. Ожидается, что Канада передаст дроны Skyranger к началу апреля. На самом деле такое оборудование является позитивно полезным. Оно помогает усилить подразделение, оно позволяет точечно одолеть тот уровень дефицита, который есть. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Канада выделила Киеву более 7 миллиардов долларов.